Булгур с морепродуктами – это очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Берите на заметку рецепт. Булгур – это полезная каша, которая содержит в себе большое количество витаминов. Такую кашу можно приготовить в мультиварке, на плите и даже в духовке. Для приготовления булгура с морепродуктами понадобится крупа и замороженный микс из морепродуктов. Булгур лучше использовать обычный, не мелкий и не цельный. Готовится такое блюдо очень просто, достаточно несколько минут обжарить морепродукты, добавить к ним крупу, залить водой и тушить. Злоупотреблять булгуром с морепродуктами не стоит, так как блюдо получается достаточно калорийное, но оно может спокойно присутствовать в вашем рационе один раз в неделю. Морепродукты 500 грамм, булгур 200 грамм, соль 1 чайная ложка, растительное масло 2 столовые ложки, количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Морепродукты выложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте в течение 5 минут. Булгур хорошо промойте под проточной водой. Выложите булгур на сковороду к морепродуктам. Залейте крупу водой в соотношении 1:2 и тушите на медленном огне 25-30 минут. Булгур с морепродуктами готов. Приятного аппетита!